Рыбалка должна закончиться ухой. Ухой. Морожка цветет. Не знаю, будет или не будет. Вот этот главный трепальщик щук. Другой коленкор. Ты просто пока помыть? Да. Вот то, что уже почищено соком. Тут чистить рыбу. Там ее телепанят, телебонят. Вот у нас щука, которая будет потом плавать там. Ты не солил? Даль, ты не солил? На самом низу. То, вот отсюда и поджигает и все. Что там удобно? Ага, нажми. Я не вижу здесь. А где ваш лазерик? А как нажать? Вот так это просто, да? Да, просто нажимаешь и все. Или кусок бересты возьми и подпихни. Вроде пошло у меня здесь. Вроде пошло, да. Надо принести сюда немножко водички. И? Кстати, пожарный. Ну что? В ведре. Где ведро, Петр, там? Вот канистры. Вот сломанное ведро. Сейчас пойдет. Вот, вот у парня из Европы, блин, из западной. Все горит. Вы немецкий язык знаете? Картошечка у нас там кипит. Картошечка у нас кипит, лучок варится. Все. Сейчас рыбку забросим. Фотосессия продолжается. Там же сзади кто-то не оторвать, чтобы все в кучу туда. Не, никак, никак. Давай панораму посмотрим. Гоу просто видео. Ну вот, сварилась картошка, не сварилась. Никто не проверяет, никогда. Просто несут рыбу. Не, а вдруг не сварилась? Ну и что? Тебе все сварится. Это у нас фотограф. Штрайбикус. Не подым. Штрайбикус. О, куски-то какие. Осталось еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. У нас только плеснуть нечего. Маленько прицепи. Ложечкой. Ага. Вот так можно. Ждем, говорят, ждем. А пенки-то Сашка снимает. Не надо мне думать об этом. Все у меня в этом смысле в порядке. Все, Саня пенку снял. Виталик, там принеси сольца еще. Нет, ага. Мало соли, мало. Да я нормально солил. Но. Ah!
Но рыба-то все равно не успеет просолиться. Вкусняшка. А, наливайте. О! Вот. Скоро. Скоро будет готово ухо. Вот если он не разговаривает, то он и не разговаривает. И матов не слышно. Да. Тетя Люся, привет тебе с Основного. Да, от всех. От всех. И Костю большой привет. И Палычу большой привет. Палыч, мы тебя помним. Да, сегодня мы... твой закон чтим. Да. Вовке привет. Вовке, да, это однозначно. Имеется в виду Курскому, Курскому. И Курскому тоже, и нашему тоже. Только напарника, да? Нет у тебя нынче. Вовки. Прямого смысла. Туда же. Вы два спортсмена. Смыслового подтекста искать не нужно вообще. Нихера. Пытается убежать уха. Куда она денется? Вот и все, да. Вот Андрюха, самый лучший съемщик ухи. С костра. Хубин. Если не сварилось, мы поставим на огонь доваривать. Сбрасывание выигрывают профессионалы. Пшис. GoPro стоп видео. Вечеру немножко затянуло тучками, стало немножко так вот темновато, уху доедаем, едем домой, будем топить баньку, а тут неизвестные с выключенной камерой стоят. Иди снимай уже. Нет, так и нет, чё. Нестандартный. О, что-то есть, что-то есть. День прожит не зря. Ребята, работает техника. Он не такой. Второй день рыбалки у нас закончился. Становое, спасибо тебе за уху. Спасибо, озеро, да. Там было обалденно.
Что он говорит? Сегодня был тяжелый трудовой день. Да, вот все уставшие. И нагреблись, и на... Косились. Да, наловились, накосились. А можно, Мишка? Можно. Давай. Синоним. Мишаня. Ну, это подразумевается. Но я ничего не говорил. День был прекрасный, отличный, зачетный. Поймали даже двух больше, чем ожидали. Не, обещалось 5, поймали 9. Обещалось 5, поймали 9. 4 сварили. 5 осталось. Вообще красота. Уха получилась просто. Михалыч сегодня тоже нагребся. А мне хорошо, я на моторе. А его тоже сегодня на спиннинге не попалось. На удочку ловилось плохо. Еле-еле. Что-то обмельчало озерку, да? Такое вообще какая-то мелочь. Похоже, что его было, надо менять. Дислокацию на какое-то время перейти, наверное, на другое озеро. На Волчье предлагаю. Предлагаю на Волчье. А то тут будет не доехать. Доедем. На каракате доедем? Ну, если постараемся, то доедем. Там что-то рубить придется. Ну, один раз. Угадай на баракан. Ну, чуть-чуть далековато. Чуть-чуть же. Ладно, всем добра, всем большой привет. Мы уставшие, изрядно ощипанные, но не побежденные. Со всеми смогу поговорить один на один. Thank you.